я покажу вам, как правильно оформить бандану и нагрудный знак, который вам пригодятся при проведении мероприятий в рамках волонтерского проекта «За дело». Нам понадобятся краски акриловые, можно любые, можно вот такие в коробочках. Вот такие небольшие губки порезанные, палочки для размешивания. И, естественно, нам понадобятся трафареты, которые я вырезала из файликов, для того, чтобы не из бумаги они были, а многоразовые. Они такие, как пленочка. Ну, сейчас приступим. Первым делом мы берем трафарет и накладываем на него на нагрудный знак. Делаем так, чтобы приблизительно у нас было одинаковое расстояние справа и слева, чтобы смотрелась вот эта вот часть приблизительно посередине. Сверх мы оставляем чуть меньше расстояние, внизу чуть больше. Так оно будет смотреться намного правильнее. Мы примерно наносили. Теперь мы берем краску размешиваем, накладываем. Берем поролончик. Чем гуще краска, тем лучше. Нужно немножко делать вот такие движения, чтобы она была не очень жидкая, потому что она вяжет плохо, она будет вся растекаться, если она будет жидкая. Так, теперь аккуратненько вот так придерживаем и наносим. Сначала сильно не надавливаем, а так слегка чуть-чуть, потом можно чуть посильнее. Вот так вот каждую буковку за буковкой мы начинаем выбрали такой цвет, он больше на желтом лучше смотрится. Но чем ярче, я думаю, тем лучше. Еще немножко. Все, аккуратно снимаем. То, что у нас получилось. Видите, чуть-чуть есть потеки. Но сейчас мы можем взять кисточку и все, что у нас здесь вот. Оп. От трафарета
пробелы, мы их аккуратненько закрасим. Сразу лучше помыть, потому что если они сейчас высохнут, вы их уже не отмоете. А так их можно пользоваться несколько раз. Немного раз они получаются. Вот такой нагрудный знак у нас получился. Главное, чтобы у вас были заранее сделаны трафареты. Все, а теперь мы приступим к вандаль. Я сделала одно сердечко, но вы при желании можете наложить трафарет и сделать несколько штук в разных вариациях, разными цветами, и получится очень оригинально и интересно. Ребята, желаю вам творчески провести свое время, используя. И пусть у вас получится еще лучше, чем у меня.